Котики и лисички по 50 рублей, кактусы из бисера чуть дороже. А еще заколки из фоамирана, открытки, свечи можно поштучно или в наборах. Полтора месяца активисты пионерской дружины «Радуга» готовили подделки для благотворительной ярмарки по сбору помощи приемнику безнадзорных животных. Сначала все началось с мозгового штурма, с поиска в интернете подделок, потому что задача стояла сделать что-то интересное, необычное, но при этом максимально простое в плане материалов. Это вторая акция, которую организовали пионеры второй гимназии. В этом году на ярмарке они выручили почти 20 тысяч рублей, которые передали волонтерам из приемника «Подари жизнь». Поэтому к весенней акции готовились основательно. Анастасия Виноградская за несколько недель сшила из фетра более 150 брошей котиков. Ни одна мордочка на брошках не повторяется. На самом деле здесь больше дело в твоей креативности. Какого ты котика придумаешь, потому что каждый котик у нас чем-то своим отличается. У кого-то пластырь, у кого-то, возможно, рожек от единорога. Девочки признали, что совмещать учебу и рукоделие было сложно, поэтому на помощь приходили родственники мамы, папы, сестры. Без них вряд ли бы получилось сделать так много вещей в столь сжатые сроки. Также мне помогала моя бабушка. Мы вместе с ней делали брошки кактусов, и она сделала вот эти замечательные весенние корзинки. Поделки на весенней ярмарке тепла пользовались большим спросом. Узнав, что денежные средства пойдут на помощь животным, посетители даже не спрашивали цену поделок, а просто опускали в ящик купюры и брали на память какое-нибудь украшение. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.